Красный знак с белым прямоугольником, прозванный в народе «кирпич», красноречиво говорит о том, что напрямую по заводскому шоссе сейчас не проехать. Транзитное движение по улице закрыто. Эта мера необходима, чтобы строители смогли закончить прокладку коммуникаций, не создавая аварийных ситуаций. Ведь рыть глубокие траншеи в непосредственной близости от движущихся машин опасно. Сейчас подрядчики под будущей дорогой прокладывают трубы водоснабжения и ливневую канализацию. Эксплуатацию существующих сетей мы не прерываем. То есть мы делаем параллельно сети. Все переключение будет уже делаться в более-менее теплую погоду. Сейчас мы перекладываем трубы, делаем ливневую канализацию. Это вид работ, который можно делать в зимний период. При этом запрет на транзитное движение не должен сказаться на работе предприятий, находящихся на заводском шоссе. Подъезд к ним будет возможен по следующим схемам. Со стороны улицы 22-го партсъезда до заводского шоссе 99А, со стороны улицы Авроры до улицы Ближней. Схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД. Такое ограничение транзитного передвижения не несет за собой препятствия в доступе на действующие предприятия, которые у нас работают на заводском шоссе. И та схема, которая реализована была у нас с воскресенья на заводском шоссе, как мы полагаем, будет возможно передвигаться по заводскому шоссе, подъезжать на предприятия, которые там работают, как клиентам, так и работникам и поставщикам на эти предприятия. Срок окончания всех работ по контракту – ноябрь 2020 года. Но транзитное движение строители планируют открыть, как только закончат все земляные работы. Ремонт дороги выполняют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После реконструкции заводское шоссе станет полноценной четырехполосной магистралью. Здесь появятся тротуары, газоны, ограждения, пешеходные переходы, автобусные остановки с карманами. А также освещение и ливневая канализация, которых раньше здесь не было. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.